Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться проектом. Называется «Антарис. Получение займа, который не нужно возвращать». Перейдя в описание по ссылочке, вы попадете вот на такую страничку. Значит, здесь инструкция, как получить займ до 4000 долларов от «Антарис», который не нужно возвращать, и зарабатывать на этом займе по 15% в месяц. Далее. Пройдете по ссылочке, по этой нажмите тут или по этой. У кого сайт недоступен, включаем VPN. У меня сайт был недоступен, я включила VPN. Внимательно и читаем и изучаем, кого заинтересует. Здесь все подробно расписано. После того, когда вы нажмете по ссылочке, вам на почту придет письмо. Кликаете на ссылочку, вам перебрасывают на страничку, имейл уже будет прописан, вставляете пароль, повтор пароля и регистрация. Далее попадаете в личный кабинет и переходите в личные данные. Там все заполняете, как там написано. Вот здесь инструкция. Все подробно здесь расписано. Вот. Значит, и в Telegram-бот нужно будет вам зайти. Там у вас все подробно вам расскажут. Нажмете старт. Вот. Введете код. Вы успешно привязали Telegram. Далее мобильный телефон. Здесь все поздравляем. И как бы все успешно привязано. Значит, заполнить корректными и достоверными данными личный профиль. У меня выполнено. Включить подтверждение действий через Telegram. У меня также это все выполнено. И создать сообщение в социальной сети. Текст для сообщения. Всем привет! Я решила попробовать взять займ на платформе Antares. Ведь Antares выдает займы до 4000 долларов без документального подтверждения личности, проверки кредитной истории и прочей бумажной волокиты. Для идентификации личности достаточно лишь активного профиля в социальных сетях. Посмотрим, что из этого выйдет. Всем удачи! Следите за моим профилем. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. И будем пытаться заработать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.